Сегодня у Беларуси отбылась республиканская экологичная акция «Чистый лес». С энтузиазмом ее подтримали и на Гомельщине. Захопивши с собой пальчатки и пакеты, доброохотники выехали на природу зусім не за отпочинком. Наша здымочная бригада так само оказалась у их лику. Экологічная акція «Чистий лес» – справа традиційна. Штогод я назбираю ентузіастів, каб очистити легкі планети від сміття. Сьогодні у генеральної уборки лесу у пригородних масівах Гомеля каля жилого комплексу «Сонячний» були задіяні каля 200 чоловік. Тут акція охопила амаль 40 гектарів макеївського лісництва. Її самими активними удільниками стали супрацовники Гомельського державного витворчого лісогосподарчого об'єднання, обласного комітету природних ресурсів і охови навокольного осяроддя, а так само студенти навчального установ. Працевать усім пришлося немало. К сожалению, сколько мусора вокруг города Гомеля. Только вот вдоль шоссе. Далеко мы не ходили еще вовнутрь. А дальше еще глубже, еще очень много мусора. На прошлый год вывезли 4 телеги мусора. Сегодня, я думаю, будет не меньше. Эта акция проходит во всех лесхозах, во всех районах нашей области. Мы призываем всех, и они откликаются. Спасибо им за участие. Природа и свежее поветра – лепший отпочинок, однако довольно часто до его люди ставятся зусім безотказно. Побач с древами вырастают кучи сметья. Пустые банки, бутельки, полиэтиленовые пакеты, битое шкло, сношенная автомобильная гума. Это далеко не весь список того, что достается природе у подяку за добрый отпочинок. Контейнеры для сбору сметя, экологичные баннеры, которые закликают громадян бережливо ставиться до лесу, на жаль, далеко не завсёды доходят до своих адресатов. Сбор вот этих вот, особенно пластиковых отходов, они разлагаются в природе более 100 лет. Поэтому вот если соберутся сегодня кубов 500 в целом по области отходов, представляете, насколько станет чище наш лес. Лес посещает все население, поэтому там чисто, где не сырят. Республіканська екологічна акція «Чистий лес» – це спроба покинути як мага більш убрану територію. І надія, що таке вона залишиться на максимально довгий термін. Заховуючи лес, ми заховуємо будучиню. Тому, відпочиваючи на природі, кожен повинен не забувати прибирати за собою. Так і чоловіку праці буде менш. І природа обов'язково буде удячна.